10 личностей. Какая ты булочка? Цель этой статьи – предоставить мотивационный личностный тест, который будет в некоторой степени забавным или развлекательным. Выбирайте один и читайте дальше. Сладкая булочка. 2. Булочка на закваске. 3. Сырная булочка. 4. Поджаренная булочка. 5. Булочка для бургера. 6. Простая булочка. 7. Булочка с кунжутом. 8. Английская булочка для маффинов. 9. Булочка крендель. 10. Нарезанная булочка. Вот личности в зависимости от того, какая вы булочка. Сладкая булочка. Ты просто такой, супер милый. Вы часто являетесь тем толчком, которого всем нравится иметь рядом, но ваша ценность может остаться недооцененной. Мы не можем жить без тебя. Вы делаете жизнь каждого лучше. Вы всегда подбадриваете. Вы мотивированы на действие. Вы даритель, который делает для других больше, чем они для вас. Хотя жизнь так лучше. Вы любите помогать другим оставаться страстными, мотивированными и веселыми. Вы – душа вечеринки. Без тебя все бы устали. Нам всем нужно больше сладости в нашей жизни. Вы преуспеваете в социальной среде. Те, у кого есть ты, всегда хотят большего. 2. Булочка на закваске. У вас сильная и твердая внешность, но мягкое золотое сердце. Вы очень теплы на ощупь, когда вам нужно. Вы восхитительны во все времена. Вы живете здоровым. В моменты, когда вам нужно быть, вы жевательные и с легкой кислинкой. Вы предлагаете доброту тем, кто этого заслуживает. Вы предлагаете кислый резкий вкус тем, кто нуждается в напористом толчке. У вас есть стандарты. Вы заставляете окружающих проявлять себя с лучшей стороны. Ваш вкус лучший из всех миров. Вы преуспеваете во всем, что делаете. Вы всегда готовы принять вызов. Вы ведете здоровый образ жизни. Вы превзойдете других во многих делах, которые попытаетесь сделать. Другие просто не могут не завидовать. У вас может быть только избранная группа друзей. Но этим друзьям нравится видеть, как ты сияешь. Они хорошие друзья со схожими ценностями и превосходным сверхъестественным вкусом. 3. Сырная булочка. Ты восхитительный. Вы излучаете аромат, делая любое занятие увлекательным. Нам с тобой просто не хватает жизни. Вы взрываетесь ароматом. Вы мирской человек. Вы берете других в места, которые они не могли себе представить самостоятельно. Ваша по-настоящему приятная текстура и вкус сделают вас любимцем всех.
Ты отлично умеешь бегать. Настоящий спортсмен. Но из-за тебя мы часто становимся фигуристами, если мы проводим с тобой слишком много времени. Ты такой веселый и любящий. Нас не волнует изменение нашей диеты только для того, чтобы попробовать вас. Мы всегда говорим, с вами мы потребляем полезные белки. Ты лучший друг, и мы не можем не извиняться, чтобы быть рядом больше. В общем, мир не может жить без тебя. Нам будет лучше, если ты будешь рядом. Хотя, возможно, в определенных количествах. 4. Поджаренная булочка. Самая вкусная и хрустящая булочка. Ты придаешь пикантность каждой вечеринке. Наедине ты самый теплый и приятный. Вы настоящий романтик. Любовник. Внешне вы можете выглядеть как повседневная булочка. Но за закрытыми дверями ты чувствуешь жару. Вы живете жизнью, близкой сердцу. Вы интимны. Когда другие слабы, вы тверды и сильны в том, что нужно для выполнения работы. У вас естественный загар и золотистая красота. Лучше всего в сочетании с маслом, сливочным сыром или авокадо. Это огромный подвиг. 5. Булочка для бургера. Вы – душа любой вечеринки. Ты последний, кто остался в живых. Вам нравятся вечеринки, развлечения и ночная жизнь. Вы часто являетесь развлечением на пикниках и пляжных развлекательных мероприятиях. Если бы тебя не было рядом, крутые ребята никогда бы не присоединились. Мы просто не можем жить без тебя. Ты такой вкусный. Ты так легко одеваешься. У вас взрыв неповторимого вкуса. У тебя идеальный размер. Часто пышные и толстые. Часто приправляют добавлением семян. Вы – лучший выбор для большинства социальных сред. Вокруг жизнь с тобой имеет идеальное количество всего. Я бы сказал, ты проживаешь свою лучшую жизнь. Каждый хочет быть частью этого. 6. Простая булочка. Вы наслаждаетесь простыми вещами в жизни. Вам не нужны дополнительные услуги. Вы не требуете особого ухода. Вы цените менее материалистический образ жизни и сосредотачиваетесь на основных жизненных потребностях. Жить с такой булочкой без излишеств может быть сложно. Вы действительно знаете, как выполнить работу. Приправы помогают вам показать другим свою бесценную незаменимую ценность. Вы наслаждаетесь множеством начинок одновременно. 7. Булочка с кунжутом. Ты непростая, Джейн. Вам нравятся долгие прогулки в парке. Будучи помешанным на здоровье, вы делаете все возможное, чтобы добиться успеха во всем, что вы делаете. Люди восхищаются вами.
Есть что-то завораживающее в вашем внешнем виде и вкусе. Вы можете развлекать клиентов отличным хрустом. Ваш вкус неповторим. Вы оставляете других всегда желать большего. Когда ваши семена падают, мы все не можем не слезать их с тарелки. Хотелось бы, чтобы другие могли конкурировать с вашим декадентским вкусом. Эта булочка не может выглядеть лучше. Вы привлекательны во всех отношениях. 8. Английская булочка для маффинов. Вы идеальный вариант для тех, кто хочет чего-то другого. Вы уникальны и преуспеваете там, где другие терпят неудачу. Все любят тебя по утрам. Вы хрустящие во всех смыслах. Вы мягкие, когда это необходимо. Вы приходите во всех вкусах. Окружающие вас люди не могут жить без вас. Ваша способность приправлять еду не имеет себе равных. Поджаренный, вы полный тепла. Вы можете удовлетворить любое желание. 9. Булочка крендель. Все любит тебя. Вы от природы любите людей и преуспеваете в социальной среде. Никто не может делать то, что делаешь ты. Вы гибки и адаптируетесь к трудностям. Вы можете делать то, что другие не могут. Ни у кого нет такого вкуса, как у тебя. Вы приходите с разными вкусами. Некоторые могут счесть вас слишком твердым, чтобы его укусить, в то время как другие сочтут вас достаточно мягким. Вы можете быть сладкими и маслянистыми. Вы также преуспеваете в соленой среде. Ваша толщина лучше, чем у большинства других булочек. Вы не размокнете, если добавить сочную начинку. Ты последний, кто стоит на любой вечеринке. Вас рядом часто не хватает. У тебя слюнки текут. Никто не похож на тебя. Вы редкие и ценны. Как только вы появитесь в их жизни, никто не захочет вас отпускать. Вы слишком драгоценны для окружающих. 10. Нарезанная хлебная булочка. У вас очень стройное телосложение любой булочки. Вы профессиональный спортсмен в мире желающих. Вы делаете все возможное во всем, что вы делаете. Вы любите добиваться успеха и быть равным другим в командной среде. Не нужно заниматься тимбилдингом. Каждый хочет быть рядом с вами и ценит вашу жизнь. Вы настоящий оригинал. Единственный в своем роде. Символично, что именно вы сделали крокодилов крутыми. Вы меняете жизни. Без тебя мир не был бы прежним. Когда вы поджариваете, вы придаете больше тепла. Просто делаю вас немного более приятным и удовлетворяющим. Без вас мир был бы еще хуже, потому что у нас не было бы Бейти. Ты плоский, поэтому нам не придется беспокоиться о том,
сможем ли мы поместить тебя в рот. Тем не менее, у нарезанных булочек есть большой недостаток. Они слишком тонкие, чтобы за них можно было держаться. Вы быстро промокаете. Но мы не можем забыть. Ни один заказ не является слишком высоким. С вашей помощью мы можем добиться всего, чего захотим. Надеюсь, вы посмеялись, прочитав вышеизложенное. Спасибо всем, кто присоединился ко мне в этом видео. Обязательно подпишитесь и нажимайте на видео, показанные здесь, чтобы посмотреть больше видео и улучшить свою жизнь.